Парки округа оказались в центре внимания. Пока одни клинчане ждут открытия веревочного городка на Шарихе, другие делают все, чтобы праздник не состоялся. Сегодня в полдень трудовой десант высадился на Шарихе. Субботник незапланированный ЧП произошло утром. Неизвестные подожгли бытовку, предназначенную для инструкторов веревочного городка. Как только мы узнали о том, что вновь в формируемом лесопарковой зоне, да, как бы Шарихе, Глазовке, произошло нечто, что выбивается из повестки дня адекватного человека, то мы пришли сегодня сюда для того, чтобы провести субботник, для того, чтобы в скором времени произошло действительно открытие этого парка, место, где клинчане смогут активно отдыхать и радоваться природе. До начала работы экопарка оставались считанные дни. Теперь дата открытия под вопросом. А ЧП глава городского округа говорила сегодня с клинчанами на встрече в библиотеке. Сегодня мы пришли проверить как бы последнее приготовление. Я не знаю, какими надо быть моральными уродами, как надо не любить свой город, вообще как можно не любить всех проживающих в нем. Мы пришли на пепелище. Мы пришли, а там вот реально тлеет, вот сгорело полностью вот это помещение для размещения, для переодевания, для хранения инвентаря, касса, все. То есть это такой мини-домик был, который непосредственно предназначался для того, чтобы этот парк функционировал. Пепелище разгребли, в ближайшее время должны установить новую бытовку. В администрации решается вопрос, как обеспечить безопасность уникального парка.